Школа танцев в твоем телевизоре. Включай и танцуй. Здравствуйте, это школа танцев. Академия фитнеса и танца. Екатерина Куликова для вас здесь. И мы изучаем American Tribal Style. На этом занятии я расскажу вам о том, как все то, что мы изучили до этого, применить в танце. Ведь мы изучали с вами отдельные движения, но поскольку это танец, это импровизация, то вы можете соединять эти движения друг с другом в абсолютно произвольном порядке. И получается, у каждой танцовщицы будет свой собственный уникальный танец. Для того, чтобы American Tribal Style исполнять, вам обязательно нужна одна или две партнерши, как у меня сейчас замечательная Анастасия и Анна, и я могу танцевать вместе с ними. У нас обязательно должен быть лидер. Лидер – это всегда тот человек, который стоит левее всей соло-группы. В данном случае это Анна, она стоит впереди, с левой стороны от нас. Посередине, в центре сцены, человек стоит чуть дальше, и третья танцовщица стоит справа. Но танец придумывает только Анна. Она показывает нам движение и показывает нам небольшие ключи, а наша с Анастасией задача быстро успеть реагировать, при этом улыбаться вам и не смотреть непосредственно прямым взглядом на Анну, для того, чтобы наш танец выглядел как хореография, но на самом деле являлся импровизацией. Давайте мы попробуем сейчас потанцевать для вас сначала медленно, а потом быстро вместе с сагатами, и вы посмотрите, как те простые движения, которые мы изучили, можно соединить в полноценный танец. Спасибо огромное. Именно так выглядит импровизационный трайбл стиль в его медленной и быстрой части. И я обещала вам в прошлый раз немного рассказать о тех музыкальных инструментах, которые одеты у нас на пальцах и которым мы сопровождаем наш танец. Это сагаты. Еще их называют цимбалы. В английском их называют зилс. Это музыкальные инструменты, которые издают очень красивый звонкий звук. Они в основном делаются из сплава латуни, меди или других металлов. И звучат очень красиво. При этом мы играем ими триоль. То есть мы играем всегда раз-два-три, 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 раз-два-три. На сильную долю у нас приходится третий удар. И играем мы сначала правой, потом левой рукой. Правая, левая, и снова правая, и пауза. Правая, левая, пауза. Правая, левая, пауза. Правая, левая, пауза. Правая, левая, пауза. Ну, естественно, это делается намного быстрее. То есть, смотрите, на каждый удар в музыке вы должны сыграть триоль. Давайте представим, что я буду сейчас отбивать музыку, а девушки будут танцевать и играть в это время на сагатах. Ну, я думаю, просто играть, да? Давайте попробуем.
То есть на каждый мой удар они должны обязательно сыграть одну триоль. Таким образом, у нас считается, что в быстрой части АТС вы не можете танцевать, не играя на сагатах. И это очень забавный и интересный опыт, который сделает вашу жизнь яркой и многообразной. Поверьте, танцевать, двигаться, контролировать положение корпуса, осанки, улыбаться и при этом играть на сагатах – на это способна только настоящая женщина. Присоединяйтесь, танцуйте трайбл вместе с нами и обязательно не забывайте изучать новые танцевальные стили в школе танцев. А с вами была Катерина Куликова, Академия фитнеса и танца. Мы с удовольствием станцуем немного еще для вас.